Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Наталі Мосейчук. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, ставте дзвіночки для того, щоб ви знали, коли виходить наступне відео. А цього тижня ми попрацюємо дуже активно. Ну і вподобайки. Якщо вам відео подобається, я буду дуже вдячна за коментарі. Навіть якщо вам це відео не подобається, фідбек не дуже потрібен. Тому все це я від вас очікую. Ну а сьогодні ми поговоримо із Гаррі Табахом. Гаррі Табах, капітан першого рангу ВМС США в відставці. Гаррі, здравствуйте. Вітаю вас, Наталію, вітаю. Ну що, спробуємо українською, тому що я бачила, що ви вже поїздили по нашим городам і весям. Можливо, ви будете вже краще розуміти. Спробуємо чи ні? Давайте я буду намагатися ставити питання, якщо ви щось не розумієте, я буду перекладати. Я буду уважно стежити за вашим обличчям, окей? Я все равно отвечаю, что я думаю, а не то, что меня спрашивают, поэтому это даже не важно, на каком языке. Ну, тогда я пошла. Хорошо. Добре. Гаррі, ви як затятий республіканець. І тому питання першого блоку, вони будуть такі загальнополітичні, і, звичайно, мене завжди цікавила ваша позиція. Я вас не рухала, тому що я думала, що ви в Сполучених Штатах. А тут я вчора цілком випадково зайшла на свою робочу ФБ-сторінку. Я побачила там ваш допис. Хоча я чомусь була впевнена, що ми з вами друзі-друзі, і тому ви мені б написали на мою приватну сторінку, де я частіше буваю і частіше віддивляюся свою пошту. І ви мені скинули відео, що ви їздите Україною. І ви поїхали на фронт. І тут я, звичайно, вам дивуюся, ви дивні люди, військові, навіть у відставці, тому що ну, вас просто тягне в цей театр воєнних дій. Просто я, чесно кажучи, ладно, ну, добре, наші хлопці, вони знають, чого вони їдуть туди і заради кого вони їдуть. Що вас, американського військового, тягне, я перепрошую, на наш фронт, чому ви ризикуєте і їдете туди, для мене це не втямки. Я этого не поняла, і тому я дуже попрошу вас розповісти і про це, але спочатку всі претензії до вас як республіканця зараз будете вигрібати великими ложками, Гаррі. Окей. Ну, во-первых, я не заядлый республиканец. Например, я не голосовал за президента Буша-младшего, потому что я считал, что политика – это не семейный бизнес. Это не значит, что папа президент, сын президент, муж президент, жена президент. Я считал, что вообще в политике должны участвовать люди, которые не профессиональные политики, а те, которые хотят быть и служить Соединенным Штатам Америки и народу. И я даже вот думал, когда же Америка была самая сильная страна, когда вот Америка стала той страной, которой вот как мы видим, что такое Америка. Это были 50-е годы, когда в Америке большинство людей уже средний класс, мог иметь свой дом, гараж, машину, телевизор, холодильник, могли учиться в университет, уже начали гражданских правах чернокожих, других меньшинств евреев. И почему это случилось тогда, в 50-е годы? Потому что 90% в нашем конгрессе и республиканских, и демократов, 90% были люди, которые были на войне, которые воевали. И для них свобода, независимость, любовь к стране, к равноправию, пустые слова. И они шли служить не всю жизнь в Конгресс и в Сенат, а чтобы вот страну поднять, чтобы страна была сильной. Сегодня у нас в Конгрессе и в Сенате может быть 10% людей, которые служили. Туда идут все, и они всю жизнь. И вот почему я верю, что Украина скоро будет Америка 50-х годов. Потому что пойдут люди, и как Волтер Кранка, и даже журналисты, это были бывшие военные, не просто военные, а те, которые были на фронте. Я думаю, что верю в то, что в Украине будет то же самое, что после войны, после вашей победы, люди, которые пойдут, они будут продолжать служить стране, а не себе. Ну, ми теж думаємо, у нас великі прогнози на те, якими ми станемо після того, як повернуться наші хлопці. І ми сподіваємося, що це буде такою основною силою нашою, рушійною силою суспільства. Всі цікавимося, що це за гарматка у вас позаду, за вашими плечима.
Хто вам забезпечує ваш тил? Гармату ми побачили у вас за плечима. Гармата? На підлозі. Гармата? Пушка, а? Гаррі. А, пушка. А, да, пушка. Вообще, это вся квартира в петухах. Одни петухи. Потому что это моего друга квартира, а у него краски, фирма красок. И у него все эти красочные петухи. Ага. А пушку это мне на день рождения подарили, но я ее в Америку не повез, оставил ему здесь. Понятно. А хотите еще тут, они тут... Ну, Гарри, я вам скажу, что ваш украинский очень сильно продвинулся. Я это поняла по одному слову, когда вы, не моргнув глазом, перевели слово «затятый». Вот. И когда вы поняли, что такое слово «затятый республиканец», я поняла, у Гарри с украинским уже все окей. Пинковский недавно на одном из каналов назвал фанатичный трампист. Серьезно, так он по вас проехался? Он много раз меня называет идиотом, там, еще типа... Не, ну фанатичный — это тот, который все-таки идет и берет Конгресс с палкой в руках, понимаете? Вы, я думаю, до такой степени не подниметесь или не опуститесь, поэтому... Понимаете, таких не было. Вот в том-то и все и дело, что... Это навет. И в Конгрессе не было таких с палкой, с оружием или еще что-то. Если кто и пострадал, то наоборот, те, которые пытались туда зайти, как он и назвал, фанатичкой, психопаткой, женщину, которую застрелили, которая была сержантом, которая воевала за нашу страну, мать двоих детей, она ничего не делала, она никому не угрожала, у нее не было оружия застрелить ее. И он ее так назвал, я считал, что это низко. Он приехал в мою страну, это люди, которые, как я, защищали нашу страну, мы дрались, но он приехал, и он говорит некультурные вещи. Видимо, наушники. Ну, да. Я вам скажу, что тяжело в этом, конечно, разбираться, особенно нам на расстоянии. Пинковский, конечно, ближе там к вам, вот, и, наверное, мог бы разобраться в этом во всем. Не очень удобно вам в наушниках, да? Ну, а тут... Не, мне удобно. Я говорю, что разбираться тоже, Наталья, тут не в чем разбираться, потому что я из этого народа, на которого был навет, и сколько бы я ни доказывал людям, что я не пью кровь христианских детей на Пасху, это тысячи лет было, и доказать нечего. Ну, покажите пример, ну, еще что-нибудь. И это было и с Драйфусом, это было и с Бейлисом, это было все 2000 лет. Навет на Трампа, скажите мне одну вещь, что он сделал плохо, скажите мне одну вещь, которую он обещал в выборной кампании и не выполнил. А вот он посмотрел, а вот он сказал. Вот давайте разберемся, потому что у нас же уже на самом деле боятся Трампа, понимаете, потому что мы тоже в такой ситуации достаточно зависимой. Значить, ми почнемо з сенаторки Спарц. Все ж таки, яка... Так, давайте. Я закончу ту. Да. І що ви мене спросили, чому мене тягне на фронт к солдатам? Да, є во мне такая вещь, що я люблю быть, хотя я был часто и в посольствах, и во всем есть, но у меня есть такое что-то внутри, что я люблю солдат. Я люблю тех солдат, которые дерутся за свою землю, которые дерутся за свои хаты, за свои идеи, которые делают это правильно. И это не только украинские солдаты. Я также очень имел большое место в сердце к израильским солдатам, когда они дрались против намного большей силы, чем они, и не струсили, не дрогнули. Пошли то же самое курдские солдаты, которые дерут, и солдатки, можно сказать, там среди них очень много и в Израиле, и у курдов есть много женщин, которые не трусливы, которые дерутся за правое дело, за правую сторону истории. И украинцы сегодня, вот украинская нация сегодня куется, и на Украину сегодня все смотрят. И видят, насколько украинцы дали им 72 часа, чтобы Украина сдалась, чтобы президент сбежал, чтобы они все перешли на российскую сторону. И видно было, как люди пошли, как люди оставляли, я сам этим своими глазами видел, люди
оставляли свои семьи на границе, детей, жен, женщин любимых, разворачивались и ехали на фронт добровольцами. И я вот это все время, где-то 3 недели провел в основном с добровольцами, в основном те, которые пошли или в терроборону, или в вооруженные силы Украины добровольно. Это были от очень молодых людей до довольно-таки очень в возрасте людей. Лысый, лосоватый, с пузиком. Но все они были готовы идти и драться, и это уже длится скоро 6 месяцев. Я как военный человек вам могу сказать, они устают, люди устают. И, конечно же, все время дезинформация, все время их рассказывают им, как их командиры кидают, как безграмотно идет война. Как раз, они же, вот они меня спрашивают, Америка же нам все дает. Ну вот мы же слышали, такие уважаемые журналисты, такие уважаемые политологи украинские говорят нам, что Америка все дает, а мы этого ничего не видим. Значит, мы-то знаем свою власть коррумпированную. Значит, все разворовывается, все продается. Это, конечно же, разлагает боевой дух и слаженность войск. И это диверсия, потому что я пытался им объяснить, нет. Все, что вам дается, я вам гарантирую, все оказывается у вас на фронте. Просто дается мало, недостаточно и медленно. Я лично служил 4 года передачи американского оружия другой стране, Польше. Я был ответственный офицер за передачу 2 фрегатов, 4 вертолетов и всего снабжения, обучения спецназа польского. Невозможно что-то украсть или тем более перепродать. Нереально. У нас не то, что там один человек или два, или какое-то небольшое агентство. У нас агентство с 1000 людьми этим занимаются, за этим следят, и это невозможно. Это легче Форт Накс, где мы храним золото, ограбить, чем продать гаубицу или пушку, или даже джувелин где-то в темном интернете или еще где-то. Ну, купите, попробуйте, да скажите мне. Это невозможно, потому что поэтому я их поддерживал, пытался поддержать этих Гарі, ребят. А до солдат до наших доходять, а до наших солдатів доходять оці чутки про те, що там хтось, можливо, краде якесь озброєння, яке надходить зі Сполучених Штатів Америки, донорський від наших європейських партнерів. Та тобто це їх деморалізує, підриває їх дух. Вони це обговорюють. Ну, звісно. Ну, конечно, если говорят, что Америка дает все, дает машины, дает гаубицы, дает пулеметы, а он стоит с пулеметом Второй мировой войны или с Максимом с Первой мировой войны. И причем он меня спрашивает, я говорю из своего опыта. И он мне говорит, вот как мы можем идти в патруль, как мы можем идти в дозор, если у меня один пулемет. То есть, ну, я вам просто, чтобы быстро объяснить, когда вы идете в дозор, идет две шеренги идут по обе обочине, и нужен пулемет на обе стороны. Потому что ты не знаешь, откуда атака пойдет. Я могу предугадать на левую сторону, или на правую сторону. Но это один из примеров. Да? И таких очень много. И когда они включают видео и смотрят журналистов своих любимых, комментаторов своих любимых, они обещают, что Америка и президент Байден дает больше, чем мы просим. Больше даже, чем мы просим. Просто это не доходит до войск. Это где-то прячется, или это продается, это или еще что-то. Но ваши же солдаты не идиоты. Это люди героические. И то, что они смелые, это не делает их тупыми. Они смотрят, они интересуются своей страной, за что они проливают кровь больше, чем кто-либо другой. И, конечно же, это подрыв, конечно же, это диверсия. Потому что я могу со всей ответственностью сказать, я в этом участвовал, я в этом служил. Я могу со всей ответственностью, как офицер, сказать, украсть или спрятать это невозможно. Я не хочу рассказывать всю схему, как у нас это делается. Но это тысячи и тысячи людей этим занимаются. И мы пишем отчеты, и они проверяются и перепроверяются. А расскажите, пожалуйста, а как же это возможно? Ведь ну, мы очень много на Ютубе, в том числе людей, в том числе от власти, которые уполномочены властью, об этом говорят, рассказывают о том, что эта помощь поступает. Я очень хорошо помню это определение, вот в том числе Арестовича Алексея, крапельным путем, он говорил, крапельным путем, да? Капельным путем. Вот. То есть он говорил, что этого мало. Он достаточно в грубой форме обращался и к господину Шольцу, да, когда тот юлил
и, в общем-то, не выдавал даже то, что было уже куплено Украиной, да, и, а потом не выдавал то, что Бундестаг, в общем-то, погодил и оттягивал как только мог. Вот. И я очень хорошо помню эти выступления, там, и Арестовича в том числе, и нашей власти, ну, они были, там, за словом в карман, что называется, не лезли, и говорили прямо. Скажите, а, ну, вот я уже поняла, да, что наши военнослужащие на фронте, ну, достаточно есть тоже объектом и мишенью вот таких вот информационных атак, я бы сказала, да, когда, когда на них есть давление определенное. Ну, господин Арестович, во-первых, насколько я понимаю, он официальное лицо, он представитель генштаба или офиса президента. Да вот в том-то и дело, что он всегда говорит, Гарри, он же всегда говорит, я выступаю как военный обозреватель, как господин Арестович, вот с Фейгиным, когда у них там каждый день эти эфиры. Вот, он всегда на этом настаивает. Он говорит, я как это, советник главы офиса президента. Я всего лишь советую. Да? Он постоянно об этом говорит. То есть он не, никакой себе официальный, официального мундира он на себя не одевает. Вот недавно прошел слух, что его куда-то могут назначить, но он там открещивался и рассказывал, что это не дай бог, тут я сам себе, как бы кот, который сам по себе. А тут мне еще не хватало погоны, не надо мне, уже, дескать, были. Вот, но меня очень, смотрите, на самом деле, я даже на русский язык перешла для того, чтобы вам было понятнее этот кусок нашего разговора, меня очень сильно обеспокоило это, то, что вы сказали по поводу наших... Русский язык не принадлежит россиянам, и не надо его им давать как личную, частную собственность. Русский язык принадлежит очень многим народам, всем бывшему Советскому Союзу, многим людям в Израиле, в Америке. Как английский язык не принадлежит только британцам, или как испанский язык только испанцам. Это международный язык, на котором нас поймет больше людей. Я думаю, мы сделаем больше пользы для Украины, если нас услышит много русскоязычных людей, которые понимают, в том числе и в России. Это моя такая логика. Да закончить про господина Арестовича, что я знаю. Вы не можете быть советником, если у вас нет информации. Значит, если его президент назначил своим советником, значит, у господина Арестовича глава есть какая-то офиса. Информация глава или офиса. Какие-то знания. Глава или глава офиса, офиса его назначил. Да. Или глава офиса его назначил. Ну, какое-то официальное лицо, взяли его себе в советники. Значит, он имеет какую-то информацию. Значит, он что-то знает. Или он что-то понимает. Да, вот, допустим, когда все советники вашего президента начинают рассказывать о НАТО или о вооруженных силах, я понимаю, что они не понимают, потому что они не знают. Они или вычитали, или придумывают что-то. Не все, частично. Частично. Я знаю. Почему? Потому что я там был. Я потратил 30 лет своей жизни. Я знаю некоторые нюансы, которые они не знают. Поэтому, если меня кто-нибудь возьмет советником, наверное, они меня возьмут советником в этой отрасли, а не в отрасли кинематографии или не в отрасли балета. Потому что там я ничего не понимаю. Поэтому я думаю, что господин Арестович что-то знает и что-то понимает и в чем-то образован. И то, что я слышу, что он говорит очень аккуратно. И он говорит очень выборочно. То, что сообщают многие вещи, надо понять, что война – это энциклопедия вранья, это энциклопедия ошибок, это энциклопедия пускания пыли в глаза и хитрости, военной хитрости. Поэтому, когда они говорят, мы получили 4 Химарса, откуда вы знаете? Кто вам сказал? Вы их сидели, вы их пересчитали? Нет, вы не знаете. Это может быть дезинформация, выкинута генштабом. И правильно сделали. Потому что в войне самое главное – это элемент сюрприза. Вы думаете, что у нас 4, а у нас их 400. Или вы думаете, что у нас их 400, а у нас их 4. Это всегда так происходит. Поэтому иногда ваш брат-журналист хватается за какую-то сенсацию и начинает ее разносить. И все начинают верить. Ваши ребята на фронте, они не идиоты, они слушают. И они верят, и многим они верят. И когда они рассказывают, что Байден дает больше, чем нужно, но они этого не видят, они начинают делать выводы, что это воруется у них, что это от них забирается. И это было вкинуто первоначально как раз Белым домом. Это подхватило CNN, Washington Post,
И вот, ну и потом майор Швец КГБ это внес в русскоязычную сферу, и все подхватили это и начали нести, что в Украине такая коррупция, что надо прекратить или приостановить, или сделать, прислать сюда еще инспекторов, или те, которые смотрят за этим и следят за этим. И это останавливается. Я вот могу сказать, что я был в таком офисе, называется ODC, Office of Defense Corporation. Он был в Польше. Такой офис есть везде. Один из самых крупных таких офисов находится сегодня в Украине. Это как раз те люди, которые проверяют, которые следят. Поэтому говорить, что нужно еще кого-то прислать, это глупость, это нонсенс, потому что эти люди уже есть. И даже когда конгрессвумен Спаркс приехала и сказала, что это нужно сделать, она, видимо, просто не в курсе, что это уже есть. Она же тоже только человек. И то, что она слышит, и то, что ей ее советники и эксперты говорят, или то, что она слышит на главных каналах Украины, она приходит и говорит, так у вас же здесь коррупция. Тоже Америку открыли. А где же ее нет? Надо смотреть, чтобы гаубицу. После этого наши Пентагон и ЦРУ сказали, что они сделают ей брифинг по этому вопросу. Она, видимо, была не совсем в курсе. Она хотела как лучше, но получилось как всегда. Конечно же, это разносятся демократы, республиканцы, трамписты, и все это начинает бурлить. И никакого отношения к реальности не имеет. Я служил в этих войсках 4 года. Я могу со всей уверенностью вам сказать, ни одной гаубицы, ни одного снаряда от американской гаубицы, ни одного Химарса, ни одного снаряда от Химарса, ни одного Джавелина, ни одного Стингера не попало в руки врага. Хотя, может, конечно, это война, все может быть. Но за этим следят. Воровства и коррупции, и продажи на каком-то этого быть не может, потому что это бы сразу вошло. Напомню, у нас был инцидент в Бенгази. Как в Бенгази произошло? В Бенгази произошло, потому что наши морские котики улетели на вертолете, и по ним выстрелили из Стингера. Только они не знали, как стрелять Аль-Каиды из Стингера. Он влетел в вертолет, но не взорвался. И когда они приземлились, они посмотрели, сказали, это наш Стингер, как он к ним попал? Но на нем же номер есть. Начали искать, начали расследовать. Пентагон говорит, это не наше. Мы не давали. ЦРУ говорит, генерал Петреус тогда возглавлял ЦРУ, говорит, это не наше. И тогда это пришло к Белому дому, к госпоже Клинтон и Обаме. И тогда генерал Петреус сказал, как это вы без ЦРУ, без моего ведомства передали Аль-Каиде Стингер? И это был огромный скандал. Конечно же, тогда генерала Петреуса сразу нашли с любовницей, да? И сразу же он должен был подать в отставку. И потом случилось Бенгази. Это есть целая программа. Поэтому это из-за одного Стингера было. И то, так что, когда говорят здесь, что когда уже размахивают здесь бумажкой, говорят, что тысячу джавелинов кому-то продали из Украины, брехня. Брехня, и этих людей, на этих людей надо подавать в международный суд, в американский суд за клевету и за подрыв власти страны, которая находится на войне, я считаю так. И журналисты должны иметь журналистскую этику и не разносить, не продвигать этих людей. Если ну, они, розумієте ж, Гаррі, у нас же все, Гаррі, ну у нас же все дивиться, дивіться, якщо з'являється така інформація, то будь-який український журналіст вважає за необхідне її перевірити, так? І навіть сказати про це суспільству, мовляв, щоб, ну, щоб убезпечити суспільство від якихось негативних моментів, які можуть виникнути в подальшому. Я так скажу дуже оптічно. И тому, пам'ятаєте, коли вперше ви правильно сказали, що почалося, когда возникает вот такая вот информация по поводу того, что кто-то что-то продает, каждый украинский журналист считает своим гражданским долгом проверить эту информацию и все-таки дать на суд общества. Это считается правильным, чтобы ну, в дальнейшем не было хуже, да, так сказать. Вот. И вы очень правильно сказали, что началось, в общем-то, вся эта пыль началась от господина Швеца. И именно поэтому я вот до сих пор очень осторожно отношусь. Я знаю, что мой зритель просит, давайте сделаем YouTube со Швецом. Я очень осторожно отношусь к этому человеку после этого заявления по поводу разворовывания военной помощи и гуманитарки. И до сих пор у меня этого разговора нет.
с бывшим работником ФСБ. Смотрите, Наталья, это ваша работа. Это ваша работа, делать это. Да? И я всегда говорил, если бы не было журналистов, не было бы терроризма. Вот когда я... Вся моя карьера была построена на терроризме. Ну, в основном, в борьбе с терроризмом. И если бы не было журналистов, террористы не делали. Они ждут, когда журналисты это увидят, и бах-бах-бах, и журналисты это делают, ну, сенсацию из-за этого. От терроризма погибает очень мало людей, в принципе. Ну, нехорошо это говорить. Но это ваша работа, вы должны это делать. И они на это рассчитывают. Вы должны, конечно же, вскрывать коррупцию, вы должны скрывать несправедливость. Это ваша работа, вы как разведчики, да? Но если в стране идет война, и у вас военное положение, и во время военного положения, я считаю, мы должны защищать демократию. Время защищать демократию, но не практиковать. Если журналист выдает какую-то информацию, которая не доказана, нет доказательства, вот, допустим, я давал интервью Newsweek, и парень меня просит, он мне говорит, ты можешь мне найти кого-нибудь, кто мне продал гранату или автомат, чтобы я мог показать, что есть. Я говорю, нет, никого не знаю такого. И вот он ходит уже по Украине, я не знаю, сколько, месяц, и ищет кого-нибудь, чтобы ему продали какое-нибудь оружие. Понятное дело, что гранату, пистолет ему никто не продаст, потому что это продают только знакомым. Есть, на это есть, да, там, трофейная граната, трофейный пистолет, трофейный калаш. Могут. Эти бандиты, black market, эти, как они, черный рынок, который занимается, так, это везде есть и всегда будет. Ну вот оружие или массово, чтобы ящик гранат купить, или ящик калашников купить, этого нет. И пример этому еще есть, что в начале войны вы раздали очень многим людям автоматы. Очень, прям подряд всем. Можно сказать, да, там, ну, брали паспорт, там, записывали. Да, без паспортов, да, и, даже, и, просто и, по фамилии. И продажи нет. Это показывает, что этого нету. Это показывает, что нет. Поэтому журналисты, которые это делают, я думаю, что они должны проверять эту информацию, особенно если это военное время. Ну, а просто пересказать, Гарри, потому хорошо. Что это получит лайки и подписчиков. Вот я считаю, что это... без сознания. Это люди без сознания, которые это делают, ради лайков и подписей. Гарри, с журналистами понятно. Они будут разносить то, что люди любят смотреть. С журналистами понятно. Ну вот возвращаясь, вы вот сказали там, а вот CNN, а вот еще там какие-то издания, они мигом об этом написали, но госпожа Спарц, это же не CNN, это республиканцы, которые сейчас ведут борьбу для того, чтобы прийти к власти, собственно. И когда она говорит, вот я вам зацитирую просто, но у меня на украинском языке, США присылают серьезное вооружение, вот, например, такое, как Джавелин или Стингеры, в страну с реальными угрозами саботажа, вот я перевела. Вот когда она говорит про саботаж, вот она, о чем это саботаж? Это где? Это кого она имеет в виду? О чем говорит эта женщина? Что она нам хочет сказать? От чего она нас хочет уберечь? Что это за птичий язык такой? Я не знаю. Вы знаете, она политик, она говорит не военным языком. Если бы она была моя подчиненная, я ей бы сказал, смирно, кругом выйди отсюда, сформулируй у себя там, где у тебя должен быть мозг, предложение, потом постучи, зайди обратно и доложи мне, как чтобы я понял, о чем идет речь. Но она не военная, я не могу ей это так сказать. Она говорит, который ничего не поймешь, есть такие. Она вроде бы объяснила, что нет, что она просто хотела, чтобы здесь был контроль и проверка, чтобы так наше это... оружие туда Гарри, не попало. Я не знаю, вы, наверное, опоздали. Это в первом обращении она говорила по поводу того, что да, нужен контроль, потому что хлопцы гинуть. Мы ее очень хорошо поняли. Хлопцы гинуть, багато хто сидить в Києві, по вулицях ходить. Контроль, он существует. Она да, не очень удивительно, что она не в курсе. Очень удивительно, что она не в курсе на самом деле. Но я просто здесь уже выступаю как украинка и гражданка своей страны, потому что мне реально обидно, когда речь вот это вот говорится про саботаж, да, не называется конкретно кто, а потом вот эта конгрессвумен говорит.
президент, она во втором своем обращении, она повысила ставки, и она уже обращается не просто к Ермаку, не просто к своему президенту Байдену, дескать, объясните мне, дайте мне людей, которые бы смотрели за этим оружием. Она повышает ставки, она говорит уже, обращается к нашему президенту. И она говорит, президент Зеленский должен дать ответ украинскому народу, почему Андрей Ермак создает собственную диктатуру, прикрываясь нынешней войной. Или это то, за что боролся украинский народ? Ермак фактически взял под контроль все институции и угрожает всем, кто выступает против власти криминальными делами или тюрьмой, и также использует свои государственные полномочия для устранения политических оппонентов. Я слышала об этом много из этих проблем в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Украине раньше, но недавно я ощутила их лично. Одно дело, когда они, ох, как это по-русски, поплюжат, теперь мне тяжело, Гарри. Так, когда они там разносят меня на своих подконтрольных правительству телеканалах, это не впервые для меня, как для политика, но на этом они не останавливаются. Сейчас они решили атаковать людей, которым просто повезло со мной встретиться в какой-то момент, и которые не есть ихними политическими марионетками. И вот, Гарри, я к тому, что, знаете, я всегда, у меня была какая-то гордость, и она не исчезает вот от начала войны, о моем президенте, президенте моей страны, который является абсолютно тефлоновым человеком, от которого все отскакивает, как от тефлоновой сковородки. Все обвинения в коррупции, в каких-то там таких грязных черных подозрениях. Да? И тут госпожа из Чернигова, которая убежала из этой страны 20 лет назад, сделала карьеру, да, стоит отдать ей должное, в Америке. И она сейчас старается замазать еще и президента моей страны, которого уже называют лидером свободного мира, и репутация которого безупречна, понимаете? И вот ты сидишь и думаешь, а зачем это она делает? Это для чего? Это кто ей такое посоветовал? Откуда она вообще взялась? Вот, ну, вот, кроме как опять, из Чернигова. Смотрите, я не знаю. Я даже не знаю, где Чернигов находится. Но я вам так скажу, что вы абсолютно правы, что на вашего президента, если ваш президент сегодня избирался бы в какой-либо другой демократической стране, его бы избрали президентом. Он настолько сегодня популярен, настолько на него смотрит весь свободный мир, что, конечно же, одновременно пугает наших лидеров, которые слабые, трусливые, продажные и профессиональные политики, которые никогда ничего в своей жизни, кроме политики, не сделали и не создали, нигде не служили, ничего не работали, нигде не торговали ничем, кроме Родины. И, конечно же, он становится опасностью. Этому я всегда говорил, первые избавились от такого Трампа, второго от Бориса Джонсона, а теперь пришла очередь и господина Зеленского. И вот на него идет такая, да, такая атака, что же поделать. Это только начинается с евреев и с чеченцев, а потом это распространяется на всех. Поэтому если вы думаете, что если только это трогает, то придет и к вам. И вот пришло. Я не знаю то, что вы зачитали, Наталья, я не знаю, я не понимаю этого языка. Это мало того, что это гражданский какой-то язык. Вы и этот еще язык не понимаете, Гарри. Кроме это украинского, вы не этот язык. Он еще политический. Это вы читали 5 минут или сколько это. Это все, что у нас называется флаф. Это все советские лозунги. Вот они сделали. Вот факты есть. Какие нарушения совершил президент Зеленский, господин Ермак, господин Ермак? У вас есть факты, фотографии, снимки, как он ковыряется в туалете в носу. Еще что-то у вас есть? Или только лозунги, что он идиот, что он кретин, что еще что-то. Ну, знакомо, о каком президенте идет это все время. Факт есть какой-то? Есть какие-то доказательства? Если нет, то кругом и шагом марш. Если бы ко мне зашел, опять же, майор там, да, и стал бы мне вот это зачитывать, я бы это порвал и сказал, ты мне принеси все это в форме. Факт номер один. Вот у нас фотографии, вот он украл. Вот у нас фотографии, вот он сказал это, а сделал это. И есть доказательства какие-то. А это все разговоры. Это все разговоры, которые... А что конкретно-то было сделано? Ну, я могу вам сказать, что конкретно. Вот если как с американцами, да, вот я смотрю на Украину, я думаю, подождите,
что-то не так. Есть вещи, которые не так. Не идеальная страна. Что-то здесь идет не так. Люди, которым надо, они за это схватятся и разнесут. И у нас в стране, и еще где-то. Да. Например, был создан РНБО. Я точно не знаю, что такое РНБО, какая власть у этого есть. Был создан Совет национальной безопасности. Да, список каких-то людей, которые бандиты, которых надо депортировать. Туда попали чеченцы, которые сегодня, когда воюют, как же их нужно депортировать в Россию? И по каким судом это решено? И что они сделали? Есть какие-то факты, есть какие-то доказательства? Я их не видел. Искал. Это когда? Сегодня, это когда? Перед войной? До войны. Но этот список, он существует. Этот список еще существует. И эти ребята сейчас на войне. Воюют за Украину. Продолжают за Украину. А их готовы депортировать. Это должно быть судом. И потом, если да, они провинились. У меня был такой матрос, героический морпех. Но он совершил преступление, и он сидит в тюрьме в Соединенных Штатах Америки. Мы его не депортировали в Ирак или в Афганистан. А теперь вот я слышал, что 3 человек лишили гражданства. Я не знаю, правда это или неправда. Но я знаю, что я никогда не слышал, что в цивилизованной стране людей лишали гражданства. Дать гражданство можно. Но лишить гражданства, это должны быть судебные решения, это в Конституции не прописано такое ни в одной цивилизованной стране, что можешь вдруг ни с того ни с сего лишить человека гражданства, что даже если он Чикатило, который убил 1000 человек, он все равно гражданин Соединенных Штатов, но он в тюрьме. А ну, вот, Гарри, смотрите. Опять же, это законы, вот, это конституционные, да, я это, не знаю. Это, во-первых, законы, во-вторых, надо это все, это надо, чтобы все это в результате нам объяснили, потому что мы до сих пор не знаем по поводу вот этого последнего эпизода, что это было, и есть ли этому подтверждение. Потому что власть ссылается на то, что персональные данные она не озвучивает. Вот когда, дескать, этот человек захочет сказать, которому есть какие-то, как говорят, претензии, вот тогда, что называется, пусть он и озвучивает. Я имею в виду и Корбан, и Коломойский, и там еще один человек, которого якобы лишают гражданства. Вот, поэтому это такое дело. Но меня, знаете, что беспокоит? Меня не это беспокоит. Я к чему веду? Я веду это к солдатам. Солдаты. Поэтому, если на это смотрят военачальники какие-то, господин Корбан, насколько я понимаю, возглавлял территориальную оборону целого региона, региона, где идет боевые действия. Если взять командира и лишить его гражданства, я думаю, что эти войска деморализованы. Нужна какая-то другая система. Толь они ему верили и шли за ним в бой. Потому что он сказал, что надо драться, и я вас веду в бой. И вдруг его лишают гражданства за ту страну, куда он повел людей на убой. И здесь, я думаю, что что-то пошло не так. Ну, как-то я это, опять еще раз если говорю. Бы я, да, я для этого надо... Гарри, у нас воюет целый русский легион. Поэтому, там, и, кстати, господин Арестович когда-то упомянул о том, что вопрос их гражданства в какой-то... В каком-то виде он тоже должен решиться, потому что эти люди не просто так проливают за украинцев свою кровь. Конечно, да? Да, конечно. Они говорят, что они воюют за свободную Россию, но они очень сильно помогают нам. Поэтому я думаю, что и господин Корбан, и господин Коломойский, они решат свои вопросы. Меня больше волнуют все-таки те ребята, которые на фронте, а не эти персонажи. А вот. И в связи с этим у меня вопрос. Это все равно внутренние дела, Гарри. И я вот думаю, да, эти внутренние дела... Я не вмешиваюсь, просто я говорю, как это выглядит со стороны иногда. Меня беспокоит, знаете, меня беспокоит одно, что вот с подачи конгрессвумен, которая озвучила, как она считает, эту проблему, а многие люди в нее могут поверить, говорите, вот как наши ребята на фронте верят, да, в информацию, и в Америке тоже могут поверить, и избиратели могут поверить, и даже господин Трамп может поверить, который недавно вышел и сказал, что он уже точно, в общем-то, идет в президенты, а мы сидим и думаем, Гарри, хорошо, вот Трамп придет, такой уверовавший в то, что у нас здесь и там воруют оружие, да, условно, и что Спаркс имеет какие-то такие достоверные источники и может его в этом убедить. И что будет с нашей помощью со стороны Соединенных Штатов Америки? Это первое. И второе, а что будет с ленд-лизом? Вот приходит господин Трамп,
Ну, у вас же промежуточные выборы вот уже осенью, да? Вот побеждают на них республиканцы. Что будет с оружием? Оно будет продолжать, ну, хотя бы капельным путем проистекать на территорию Украины? Не говоря уже о ленд-лизе, который непонятно в каком состоянии и что там с ним происходит, мы до сих пор понять не можем. Так помпезно его подписывали, таскали документ аж в Корею, вот на самолетах, подписали. А у нас вчера один генерал сказал, что оружие поставляют ложками. Вот. Ну, вот. Кто? Ложками, как-то он сказал, где-то я даже выписала это. Чайными ложечками, это я сказал. Они, видимо, у меня это. Ну, по чайной ложечке дают. А, смотрите, Наталья, не знаю ли президент Трамп будет избираться или нет. Вы меня слышите? Да-да-да, я прекрасно слышу, я ищу цитату. Я говорю, что это неизвестно, я не знаю, пойдет президент Трамп на выборы или не пойдет президент Трамп на выборы. Шансы у него, я думаю, невелики. Но что будет с ленд-лизом, вы спрашиваете, если он придет к власти? А хуже не будет, потому что по ленд-лизу вы пока что уже полгода войны получили ноль. Ничего. Абсолютный ноль. Зачем было подписывать этот ленд-лиз, кто знает. Зачем было это делать? Это же делается для того, чтобы как можно быстрее, обходя Конгресс, срочно дать все, что необходимо, чтобы победить фашистскую Германию. Да, и для этого делается ленд-лиз. И вот даст такую победу, но пока что вы по ленд-лизу получили ноль. Пытаются вас запутать, что эти 40 миллиардов, там 60 миллиардов, то еще третье. И, конечно же, война продолжается, я даже сегодня, я слушаю много вот эти демшизы и белорусское оппозиционное радио и телевидение, и российское, и везде, каждый день. Они продолжают воевать не с Путиным, они продолжают все воевать с Трампом. Трамп – это опасность мировая. Я не знаю, что будет, я не предсказатель будущего, я только знаю, что было. А было то, что президент Трамп, все, что он пообещал на своей предвыборной кампании, он выполнил или пытался выполнить, ему не давали. Я знаю, что при нем была деэскалация во всем мире, с войной. Да, войны не было. Я знаю, что в Украине было довольно-таки спокойно. Я знаю, что при Обаме, Байдене была у вас война, и была аннексия Крыма, и оружие вам не давали. И сейчас повторяется то же самое. Поэтому я не знаю, я предсказать не могу, но я думаю, что если победит в следующих выборах президент Трамп или такой, как Трамп, то будет, наверное, так, как было при нем. Потому что мы имели, что мы имели при Обаме и Байдене, и сейчас мы имеем то же самое, в принципе, даже хуже, опять при этой же власти. Это же, в принципе, обамовская власть и весь кабинет обамовский. И мы знаем, мы же понимаем, что президент Байден не функционирует, он под ключки. Я не говорю это саркастически, я говорю, потому что нормальные люди понимают, что он не может функционировать, его здоровье не позволяет. Поэтому я думаю, что это все равно третья каденция Обамы, и мы имеем то же самое. Я надеюсь, так, а кто управляет? Хорошо, он в отключке. А кто управляет Соединенными Штатами? Deep State? Кто управляет? Это госпожа Пелоси, наверное, имеет большое влияние на все, что происходит у нас в стране. И окружение, которое создано, этот костяк. У нас вообще в стране два клана образовалось, Буши и Клинтоны. Такие два клана. И вот Обама – это такой клинтовский клан. Но поэтому... Я хочу сказать, что меня удивляет одно. И вот я сегодня опять слушал опять Трамп. И если я упоминаю Трамп, то я просто фанатичный трампист. Хотя опять я говорю фактами. Вот факт. Никакой любви к Трампу у меня нет. Ничего. У меня есть факты. Вот что он сказал, что он сделал. И что делал Обама и Байден. И вот все. Вы, украинцы, сами делаете вывод. Но вывод все равно выходит один и тот же. Но что меня удивляет больше всего, Наталья, то, что многие украинские и российские демократы, так называемые, вот те, которые ненавидят Путина, которые против Путина, уехали сюда,
вся вот эта вот эхо Москвы, все, и у вас тоже, все говорят, что у россиян промытые мозги, что им промыли мозги. Да, им промыли мозги, 30 лет им промывали мозги, а до этого еще 70 лет там, советской власти, и им промыли мозги. Но эти люди, им точно так же промыли мозги меньше, чем за 2 года с Трампом. Поэтому, когда говорить, поднимается речь о Трампе, они ничего не хотят слышать. Они не хотят слышать, что он сделал и как он это делал. Они просто говорят, нет, это ужас, это кошмар, это идиот, это навет. Я опять же говорю, я из того народа, на которого был наложен навет 2000 лет, и от этого ты не можешь никак избавиться, говорить как со стенкой. Но это происходило 2000 лет. С российской демшизой, как я ее называю, это происходило там 30 лет, или с россиянами все 30 лет. С Трампом у нас в стране, и в Европе, и везде это происходило за несколько лет, 2-3 года. И вы ничего не можете сделать по этому поводу. Поэтому, господа Пеньковские, все будут тебя называть шизой, будут тебя называть фанатиком, будут тебя называть что-то. Хотя, я говорю, факт, приведите мне пример, или приведите мне факт, что он сделал плохого. Начинается «он сказал». И вот сегодня, что он сказал сегодня? Вчера. Помните, что он сказал вчера? Сейчас уже опять что? У вас это везде разносит. Что очень много на выступлении во Флориде он сказал, что мы тратим чрезвычайно много денег. Это его постоянная риторика. Да. Украину. Да. А? Но да, это, да, да. Но это неправда. Это неправда. Вот когда это у вас было потоп или землетрясение, он тоже вышел и он сказал, что мы не можем найти столько-то, дескать, на ликвидацию последствий природного, стихийного этого, как это сказать по-русски, лыха, да, но зато 40, да, но зато 40 миллиардов бедствия, но зато 40 миллиардов на Украину мы находим. Так вот, I have a question, говорит Трамп. То же самое, тоже, вы можете привести пример, что он сказал, что за место того, чтобы давать 40 миллиардов долларов Украине, мы бы должны дать это, чтобы сделать наши школы безопасными. Да, вы еще была такая говорил. Цитата это, после расстрелов. Это не было, вот не было этой цитаты, потому что если вы включите YouTube и послушаете по-английски, что он говорит, и послушаете все, а не выдернуто из контекста, то это абсолютно неправда. Он сказал, если мы можем дать 40 миллиардов долларов Украине, которые мы, правда, не даем, там не 40 миллиардов, а всего 16, то мы можем найти деньги для безопасности наших школ. Он сказал, если, а не за место. Мы перевели за место. Я это прослушал несколько раз. Это неправда, это навет. Ну, это я вам скажу, что все равно обидно. Он все равно Гарри противопоставляет, понимаете? Есть в этом подвох. В этой цитате все равно есть подвох. Ну, мы не будем сейчас об этом спорить. Какой? Нет, ну, смотрите, но я просто говорю, спорить тут нечего. Я слышал это 1000 раз. Тут никакого подвоха нет. Что он плохого сказал? Если мы американцы, он американец, я американец, мы в первую очередь должны заботиться о своих детях. Если мы будем об этом говорить, то я вам скажу, при чем здесь Украина к американским школам? Почему идет такое противопоставление? Это все равно противопоставление. Украина – это мировая безопасность. Вы прекрасно, вот вы когда ездили на фронт, вы говорили нашим ребятам, вы воюете в том числе и за нас, вы воюете за свободный мир, да? И господин Трамп, очевидно, должен это осознавать. Поэтому проблема расстрелов в американских школах – это проблема, которую нужно решать оперативно на том уровне, на котором она создана, вероятно, на американском уровне, а не там, влазить в мировую политику и говорить об оружии и о 40 миллиардах. Наталья, вы же тоже должны со мной согласиться, что перевести за место, и если… Вернее, перевести слово «если». Да, это... И поставить подвиг. За место. Да. Это, тут я с вами согласен. Это нечестно, это неправда. То же самое, когда вам вчера сказал, что мы очень много денег тратим на Украину. И все. Но это не все. Во-первых, в наших новостях этого вообще нету. Американцев Украина не интересует. Это только у вас новости. Но я специально нашел транскрипт, где он это говорит. И он этого не сказал. Он сказал, но это, опять же, выдернуто, как всегда, из контекста. Он сказал, что мы тратим massive amounts of dollars. Мы тратим
массивные деньги на Украину, а не чересчур много. Он говорит, что просто массивные деньги. Он говорит, теперь намного труднее, now it's much tougher to solve. Теперь это намного труднее вот эту ситуацию разрешить. Европейцы по сравнению с нами, Europeans more affected by this, give a tiny amount of, to compare. Что европейцы дают намного меньше, хотя на них это больше происходит эффект, чем мы, американцы. И он говорит, что самое главное в этом, вот это вот, не сказали нигде у вас на листях, он говорит, это происходит, потому что у нас очень слабый лидер. У нас очень слабое лидерство в стране. Из-за этого происходят цены, из-за этого происходит инфляция, из-за этого происходит много чего. И из-за этого произошла война в Украине. Если бы я был президентом, то этого бы ничего не было. И войны в Украине тоже не было бы. Ну вот что он тут плохого сказал? Что он такой ужасный человек, и что он... Нет, здесь ничего плохого, а но, Гарри, манипуляция, знаете, в чем состоит? Я всегда боюсь, если бы такобы, вот, говорят русские, потому что у истории нет сослагательного наклонения, понимаете? И тут я просто полагаюсь на все-таки ваш deep state, который, как вы уверяете, держит руку на пульсе Соединенных Штатов Америки и всей цивилизации мировой. И я полагаюсь все-таки на президента Зеленского, его такое звериное чутье и его такую еврейскую хватку в том, чтобы не влезть никуда, знаете, и не попасть между молотом и наковальней. Он это один раз уже доказал, он умеет. У него ситуация чрезвычайно сложная, я согласен, да, он не может. Да. Но я могу, я американец, я плачу налоги, я воевал за эту страну и служил ей 30 лет, мои дети. Я имею право говорить, я имею право сказать, хотя меня затыкают, списывают мои просмотры и все остальное, и глушат мой канал. Но я имею право сказать, что может и нельзя говорить, если бы докабы. Но я считаю, и я с уверенностью это могу сказать, что если бы Америка дала оружие, которое нужно было дать Украине в самом начале, даже еще до войны, что требовалось, кстати, республиканской партии, ленд-лиз был предложен до войны еще республиканцам, то этой бы войны не случилось. И если бы Украина была вооружена тем, чем нужно было ее вооружить, эта бы война уже давным-давно закончилась. И дети бы украинские не гибли, инфраструктура не разрушалась. И гражданское население, миллионы бы остались бы в своих домах, и страна бы процветала. Вот это если бы так бы, я могу сказать. Но это оружие поступает, как ваш генерал сказал, по чайной ложечке, помалу. Обещание до хрена. Да. А я говорю, что даже по чайной. Видите, я даже еще меньше говорю, чем ваш генерал. Потому что, ну, наверное, ему сильно критиковать нельзя. Но я считаю, что, опять же, они тормозят. И ленд-лиз, по ленд-лизу вообще еще ничего, смысл был. Хорошо, Гарри, а какой смысл тормозить? Миллиардов? Вот чего они тормозят? Чего они тормозят? Я думаю, что... Почему так много? Я не знаю, но я думаю, есть много вариантов. Там сценарий много. Одно и то, что был договорняк. Еще в 14-м, до 14-го года, что плацдарм, Крым, что там начинается Донбасс. Потом приходит госпожа Клинтон, и эта комедия заканчивается. И по Днепру Украина разделяется, и потом Украина уходит. Потому что с Россией договориться можно. У них газ, нефть, все зашибись, цены высокие. На голову им сваливается этот ненавистный Трамп, и все меняется, вся картина меняется. Дается 4 года Украине какую-никакую создать армию, цены на нефть падают, Россия, кислород отключен, санкции наложены, торговля оружием даже Индии закрыта, потому что американцы теперь берут, становятся самыми большими поставщиками оружия Индии, самого большого клиента у России. Второй флот Трамп вводит в действие. Но до Украины летают наши стратегические бомбардировщики, и наши эсминцы не выходят из акватории Черного моря. И много-много еще чего другого. Но любой ценой надо избавиться от Трампа, потому что он из чади. Это все факты, которые я говорю. Это было все при нем. Все консульства российские закрыты в России.
бюджет Украины военный увеличен в 3 раза, помощь военная. Потом вам обещает господин Байден, что когда он придет к власти, Путин долго у власти не удержится. Он обещает, что будут введены санкции из ада. Помните эти санкции из ада? Да? Обещает, что он не будет так мил с Путиным, как это перевели, как щенок, вообще там был марионетка. Перевод был неправильный. И приходит господин Байден, и в первый же день накладывает санкции на наш Северный поток, запрещает нам добывать нефть и газ на федеральных, снимает санкции Северного потока, никогда не присылает посла в Украину, и сразу же начинает к нему ездить туда разные посла наши, начинает главы ЦРУ, зачем ЦРУ ездит в Россию, я не понимаю, каким опытом он делится, и господин Салливан и так далее. И они, наверное, договариваются, что все будет, возвращаемся в 2014 год, плацдарм есть, 48-72 часа, Украина разделяется, этот клоун, вы даете ему убежище, он бежит в Америку развлекать своих на Брайтон-Бич, украинский народ встречает вас с цветами и хлебом русскоязычным, потому что они хотят очень быть русскими, и вся эта прачечная украинская, которая использовалась Обама, Байден, Клинтонский, своры, закрыта. То, что просил Трамп тогда по телефонному разговору, ну, проведите расследование. И все, что это крыто, вся эта коррупция. Но не сработало, и никогда такого не было, чтобы наша страна до войны еще предлагает президенту свалить к нам и дать ему убежище. Никогда такого еще не было, чтобы мы сказали, что мы ни при каких обстоятельствах свои войска не введем куда-то. У нас для этого есть авианосцы, Наталья. У нас для этого морская пехота родная наша. Потому что мы всегда имеем эту опцию, что мы можем прийти и набить морду кому угодно. И здесь мы уходим, бросаем все в Афганистан. Теперь почему-то эти же люди, да, они волнуются, что тут могут украсть что-то, может попасть в руки врага что-то, да. И они не волнуются, что почти что 100 миллиардов отличной американской военной техники брошено в Афганистане. Ну, про Афганистан, смотрите, Байден, господи, Трамп же подписал, да, о том, что из Афганистана нужно уйти. Вот, если об этом видите, начать Наталья, разговаривать, мы сейчас зайдем в дебри. Я понимаю, вы сейчас будете говорить о том, что... Это не дебри, но это не дебри, Наталья, это не дебри, это очень важные вещи. Почему? Потому что если украинцы, и вы, и Украина, и вы, люди, которые дают информацию украинцам, не поймете, откуда растут ноги, откуда идет проблема, то вы часть проблемы. Вы часть проблемы. Поэтому я знаю, меня слушать неприятно. Но это не то, что Трамп подписал. Трамп также подписал выход нас из Сирии. Вы видели, чтобы там люди бегали и хватались за части самолетов, и чтобы были убийства, и что мы там бросили всех своих союзников? Нет. Потому что это было проработано. Так не работает. Так не работает. Точно так же, как и не работает, что обвиняют, что разминировали поля здесь и не взорвали мосты. Это ни одного человека решение. Смотрите, Гарри. Ждайте, раз вы сказали, нет, Наталья, если вы сказали, да, разрешите, да, мне закончить эту мысль. Мы вышли из Сирии, сказав, что наши советники остаются, что мы прикрываем с неба, что наша армия недалеко стоит в Италии, быстро реактирована. Если кто-то что-то сделает в Сирии против курдов, мы их убьем. Россия попыталась, послала вагнеровцев, Трамп их убил. Все, перестали курдов трогать, хотя кричали, что курдов сдал. Также он договорился и с Афганистаном, что Кабул остается в наших руках, что наши советники там остаются, что в Таджикистане или Туркменистане будут стоять наши вот эти вот 2500 солдат быстрого реагирования. Потом Байден встретился с Путиным, и никаких наших солдат там не осталось. Ничего, все бросили и свалили. Это все равно, что сказать. Трамп сказал свалить этот дом. Приходит другой человек и валит этот дом. Там люди, пожар начался, погибли собачки, рыбки. Он говорит, как? А что? Трамп же сказал. Нет, так не делается. У нас на все есть чек-лист, как у летчика. Есть люди в этом доме? Газ, свет, электричество отключено?
рыбки есть, кошечки есть, все, брать, теперь валите. Это должен подписать главный инженер, тракторист, те рабочие, которые это валят. Это не делается одним человеком так просто. Поэтому то, о чем договорился Трамп, что сделал Байден, это две разные вещи. Смотри, я пытаюсь тоже вот, с вами не оппонировать, а мы разбираемся сейчас, почему так, да? И мне кажется, что ситуация Афганистана и Украины вообще несравнимая, потому что у нас не было такого повсеместного конфликта, да? У нас был конфликт на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, части, да? Но это не когда у тебя в Афганистане земля горит под ногами, так называемое демократического правительства Республики Афганистан, да? Потому что там у них постоянно талибы, то если не в Кандагаре, то в Джалабаде, если не в Джалабаде, то в Кундузе, и постоянно вот это вот идет колотнеча, да? У нас другая ситуация была. У нас огромная часть страны жила мирной жизнью и развивалась. Но мне кажется, что американцы помогают все-таки тем, кто отстаивает себя. И вот когда вот это говорили про 3 дня, про 72 часа и про вот эту всякую ерунду, да, и когда на нас смотрели, или мы будем цепляться за самолеты, как в Афгане, да, а мы не цеплялись за самолеты, а наши ребята пошли в военкоматы и разбирали оружие, понимаете, то, наверное, поэтому нам поверили. Наверное, поэтому. Потому что когда Арестович говорит, что на Банковую заходили диверсионные группы, и они там как от блох, от этого, вот как собаки блох разбрасывали эти диверсионные группы в Киеве, то это значит, что они уже по центру шлялись здесь, понимаете? Это было, не то что горячо, это конечно. Был уже большой ожог. Вот, поэтому... Но я все-таки вот хотела, знаете, я хотела вас вернуть к тому, что вы видели, Гарри, своими глазами и все-таки на фронте. Потому что вот вы сказали, что неизвестно, сколько хаймерсов. Мы прекрасно понимаем, журналисты, которые работают в этой отрасли, мы прекрасно понимаем, что никто не знает, сколько хаймерсов на самом деле есть. Да, есть официальные, это правильно. Я когда-то разговаривала с Рустам Заде, и азербайджанским известным военным аналитиком, и он сказал, что у вас сильно много демократии, очень много военных экспертов, очень много ртов, которые обсуждают войну, а должен быть один. Вот должна быть оперативная информация, должен выйти один человек, рассказать, что и как на фронте, и уйти. Ну, вот. И страна должна заниматься, там, в тылу должны плести сетки. Да, он сам об этом говорит. Он говорит, что в Азербайджане было так, и поэтому Азербайджан выиграл. Но Может быть, как говорится по-военному, lead by example, показать пример на личном опыте, взять и замолчать, не говорить. Но он говорит и говорит, что все должны замолчать. Но он пока что говорит про это. Да, он говорит, но это немножко другая, все-таки, это другой анализ. Это действительно военный анализ, это когда не говорится, кто прав, кто виноват, это говорится, одним словом, вы его слушали, вы его знаете, наверное, Рустам Заде, хорошо. Пару раз я его слушал. Я вам скажу, что я могу сказать, кто прав, кто виноват. Украинцы правы, русские виноваты. Не надо быть большим аналитиком и гениальным каким-то. Что я говорю? Примерно тоже, но чуть-чуть по-другому. И я говорю, что сейчас время защищать демократию, а не практиковать ее. И да, есть какой-то официальный голос, который должен говорить у вас в военное время, который говорит от генштаба, а все остальные, которые начинают говорить, вот наша уважаемая конгрессвумен, если вы говорите что-то, и вы что-то нашли, то вы должны говорить, вы должны принести факты, сказать, вот, я как журналист провел журналистское расследование, и вот что я нашел, и вот факты, вот фотографии, вот документы. А лозунгами говорить, да, это предательство. Просто так выйти и сказать, что в Украине продают 1000 джувелинов куда-то, где этот документ, чем вы тут размахиваете, кто его подписал? То это не годится. Это не значит, что вы ничего не должны говорить. Вы, журналисты, наоборот, должны делать еще свою работу еще лучше, еще сильнее быть. Вы же тоже солдаты своего рода. Только вы ротом работаете, а они там работают оружием. Я вам расскажу такую вещь. У меня один офицер, я вообще не знаю, как он стал офицером, я до сих пор не могу понять, он мне написал жалобу на моего сержанта, что мой сержант имел секс с агентом КГБ. Я его вызываю, я ему говорю, майор,
какое вы имели право стоять и смотреть, как мой сержант имеет секс с агентом КГБ, и не остановить это? Он говорит, а я этого не видел. Я говорю, ну вы здесь написали, что он имел секс как факт. Вы не написали, я подозреваю, или там что-то похоже. Вы написали, что он имел секс. Значит, это факт. Вы стояли, вы видели, и вы это не остановили. Он говорит, нет, нет, сэр, я не видел. Я говорю, так с чего вы это взяли, что он имел секс с агентом КГБ? Кто этот агент КГБ? Он говорит, там Таня, она официантка в ресторане. Я говорю, а почему лучше агент КГБ? Может быть, они любят друг друга, или может быть, она просто профессионал, или может, ей просто нравится ради спорта. Чего вы взяли, что она КГБ? И с чего вы взяли, что он имел секс? Он говорит, потому что я видел, как они пришли на завтрак вместе одно утро в гостинице. Я говорю, ну и что, я с Бобом пришел на завтрак одним утром. Это что значит, что он агент КГБ, и я с ним имел секс? Понимаете, люди говорят такие вещи, потом журналисты или кто-то, это блогеры или эти специалисты, эти советники, кто еще там, эксперты, хватают это и говорят, капитан Табаков с Бобом во время завтрака, и там еще и был агент КГБ, официантка Таня. И все. И вы знаете, сколько мы просмотров получим и лайков на это? Да фига. Ну так не работает. Особенно во время войны. Особенно во время войны. Сегодня во время войны гибнут люди, гибнут дети. Да. Чего вы несете? Что вы говорите? Проверьте, если есть факты, если вы поймали шпиона, если вы поймали вредителя, если вы поймали коррупционера, и у вас есть доказательства, то да, пожалуйста, пожалуйста, это ваш долг как журналиста, как гражданина вашей страны, даже меня, который не гражданин вашей страны, я моментально приду. Одна девушка, сейчас я просто уже завелся, одна девушка здесь у вас в Украине, 25 числа она увидела беженцев, взяла их в ресторан у себя в доме, ресторанчик или кафе какой-то там у нее в доме, и накормила их. Сегодня у нее огромнейшее, я вам не могу передать их размеров, гуманитарной помощи, 3 линии конвейера, где они 20 часов в сутки, 200 человек волонтеров, не знаю сколько там машин волонтеров, развозят это раненым, больным, старикам, беженцам эту еду. Огромная операция. Я с ней сделал небольшое видео. Я ее... вот этих людей надо показывать. Я ее просто коррупция есть. Ворует она? Говорит, да, ворует. И некоторые пытаются это сделать. Но мы уже, говорит, 14 человек посадили. Значит, что это означает? Что закрыть эту систему надо? Потому что 14 человек? Нет. Наоборот. Сказать, что система работает. Значит, полиция их поймала. Значит, их осудили. Значит, их наказали, этих людей. Значит, система работает. Идеальной системы нигде нету. Но это не значит, что надо останавливать помощь волонтерскую на фронт. Это не значит, что надо остановиться и не ругать наших конгрессменов и сенаторов, чтобы они быстро подавали, делали. Результат какой у нас сегодня? Что 6 сенаторов в обход Белого дома обратились напрямую к Пентагону и к Госдепу, чтобы начали как можно быстрее давать все вооружение Украине, которое нужно. Между нами 6 республиканцев, 2 демократа. Ну, это общее, неважно сколько кого-то. Это то, что это обе партии в этом участвуют. Они уже понимают, что Белый дом импотент. Или наоборот, тормозит все, не хочет делать это. Администрация Белого дома. Поэтому вот 6 сенаторов, и нам надо больше, сейчас петиции у нас там ходят, чтобы больше, чтобы давали Украине. Но в новостях у нас про Украину почти что ничего нет. Ну, слушайте, огромная страна, вам есть чем заняться, мы это понимаем, не там, мы даже не осуждаем, понимаете, мы свое делаем, вы же видели наших ребят. Скажите, а вот вы... А я осуждаю, потому что мы говорим о гендерной... Вы гражданин Америки, вы имеете на это право. О экологии, о потеплении мира, о абортах или абортах. У нас сейчас безобразие идут, да, в Капитолии жгут, атакуют. Это нормально у нас. Да, это если с Трампом ты ходишь, это с Трампом, там, это нет, это переворот. А вот это сжечь и атаковать, и кричать, это все там можно. Так из-за того, что Верховный суд передал решение по абортам из Центрального, из Федерального суда на штатные суды. Ну,
Я знаю. Вот это у нас самая большая трагедия сейчас в стране. Какая там Третья мировая война? Какая там ядерная война? Теперь будут на штатном уровне решать, а вот можно сделать или нельзя, а не в федеральном суде. Ну, Гарри, рейтинги, они такие. Когда падают, в общем-то, уже не знаешь, за какую тему хвататься. Знаете, не то за Украину, не то за аборты. Извините, цинично так пошучу. Вы были на фронте, и вы показывали в своем видео, как одеты наши солдаты, что у них в руках, какое оружие. Я, конечно, очень сильно была удивлена, когда вы крутили этот пулемет 41-го года рождения. Вот. Но вместе с этим пулеметом вы показали и достаточно хороший автомат, и вы говорили, что это автомат уже сборки в Украине. Вы говорили о том, что бронежилет – это made in Ukraine. Вы говорили о том, что каска made in Ukraine. Насколько солдаты хорошо экипированы, потому что вот мне, например, шлют письма, да, я смотрю, очень много ботов, очень много, да, и я, когда говорят, вот наши солдаты, голи-боссы, там, без трусиев, без носкиев, без там зутя и так далее. Насколько это соответствует действительности, что вы, какую армию вы увидели? Вы увидели одетую армию, обутую или раздетую, без вооружения, страдающую? Я увидел, опять же, я же не видел всю армию, у меня всей картины нет. Я не видел ни «Хаймарс», я видел нашу гаубицу, но я увидел, проезжала «Цезарь», французская гаубица по дороге ночью. Они же двигаются ночью в основном. Вот. То, что я видел у ребят, например, допустим, у разведчиков, да, опять же, это же только я видел одну команду, я не видел всю армию. Это тоже у вас специалистов достаточно, которые говорят за весь фронт, за всю армию, такой генштаб в одной голове целый. Иногда мне кажется, что это дурдом. Он думает, что у него генштаб. Говорит. Все знает, все про все, везде. Не выходя из дома. И тоже мне напоминает такую историю, когда одни разведчики вернулись, и я говорю, там, ну, нету этого. А такой весь чистенький выходит майор и говорит, нет, там есть. Они говорят, нет, там нет. Он говорит, нет, там есть. А он ему говорит, вы там были? Потому что мы только что оттуда еле ноги унесли. Он говорит, а мне не надо там быть, чтобы знать. Вот и все, разговор закончен. Там не надо. Поэтому я только могу сказать то, что я видел, и это был мой кусочек. Значит, вот ребята, допустим, разведчики, да, они вооружены. И да, они экипированы. Да, они молодцы. Они молодцы даже то, что они меня взяли туда и делали все возможное, чтобы я не понял, где я. И угощали меня и водкой, сами не пили. И повезли, когда темнота, и ни хрена не видно. Но я приехал из расположения, они меня сразу приписали к доктору, чтобы я только с ним общался. Вот молодцы, все правильно делают. Все правильно. На следующий день они снялись. Вам доктора представили, Гарри. Да, да, да. Он мне показывал все. Очень классный человек. Очень, очень дружелюбный такой. Ну, тоже разведчик. И очень, опять же, волонтеры. Они все там на энтузиазме построены. 6 месяцев уже скоро на энтузиазме. Люди тоже выдыхаются. И семьи выдыхаются. Но они вооружены. Они экипированы. Они знают, что они делают. Молодой командир. Зам командира старый, но чрезвычайно опытный. Поэтому молодой командир все время смотрит на зама. Правильно делает. Умный разведчик. Надо на старого сержанта смотреть. Тот, который уже вернулся с разведки. А молодой командир офицер? У них офицер. Ну, они оба офицеры. Да, они оба офицеры. И очень толковые ребята. Очень толковые ребята. Неразговорного жанра. Неразговорного жанра. И доктор разговорного жанра, а они нет. И у них есть отжатая техника, то, что они захватили, и они пользуются очень ловко и умно, я не хочу там все доказывать. Это, я так подумал, чуть-чуть позавидовал, мне так хотелось с ними остаться и с ними что-нибудь сделать, но я понимал, что я стар, и, ну, Это сплоченные команды, они очень долго вместе, они еще в 2014 году вместе многие, они вместе. Вот, я это видел. Я видел лагерь, где обучают солдат на передовой, чтобы они отправляли. Они там измутные, там уже поменьше, конечно. Нету и такой экипировки, нет такого оружия, уже и машины такие более разбитые.
Ну и потом я видел ребят теробороны, которые уже на второй линии находятся. И это вот где вот этот был пулемет Дегтярева и пулемет Максим. Но к ним, наверное, у меня была как-то развита самая большая любовь, как-то развилась, потому что они, никто из них не военный. В них нет военной жилы этой, в них нет этого данного быть военными. Они военные по нужде. Как только война закончится, они все уйдут. Они пойдут в университеты, они пойдут к себе на ферму обратно, они пойдут к себе на завод. Это абсолютно простые ребята, у которых нету... Журналистами они никогда не смогут быть. Да? У них нет никаких задних мыслей. Вот они, что я мог с ними провести все свое время. Они не накачаны, они не Рэмбос какие-то там, они не раскрашенные все. Они очень простые люди, они переживают за своих детей, за свои семьи. У многих на оккупированных территориях семьи. И они ждут, и они сидят со мной, и они вот так вот, как, они как дети. Они наивно меня спрашивают, ну а когда Америка тогда даст все, что дали? И говорят, что дают, а у меня вот, у нас тут нету машины, нету того, нет всего. Машин не хватало, вот везде машин, нехватка машин. И я вот думаю, у нас хаммеры, вот эти машины военные, мы их сняли, мы их списали, все, они уже больше у нас не на военной службе. У нас их, наверное, десятки или сотни тысяч. Почему мы не можем их перекинуть в Украину, 1000 этих машин, и решить эту проблему, чтобы вывозить рано, их подвозить боеприпасы? Сейчас говорят, что вроде бы должны прийти какие-то эти машины, хаммеры. Но тоже люди говорят, ну, они очень много бензина делают. Если ваш сын будет валяться там раненый, вы тоже об этом будете думать, что они очень много горючего делают, а его вывезти не на чем. Ну, такие глупости, говорят, эти машины на вооружении были в Америке 30 лет, в Израиле 30 лет, там, другие, в Германии, везде. И ничего страшного, горючее найдется, для такого, война идет. Ну, вот такие глупости люди говорят иногда. И машин у них не хватает там, но я не знаю, как это объяснить. У них было видно, что у них вот эта любовь к земле вашей. Они ненавидят власть, они ненавидят там еще кого-то. Они все очень разные. Они все очень разные. Они все говорили со мной по-русски, хотя некоторым было сложно. Потому что они деревенские ребята. Русский для них не родной язык. И они очень дружные. Они, знаете, мы им привезли гуманитарную помощь, но они все равно что-то хотели к тебе притащить личное, свое что-то дать. Что-то там... Это пуговицу снять свою, еще что-то. Но что-то они хотели оставить тебе на память. Какой-нибудь шеврон свой или что-то такое. Они благодарны очень за все. А, знаете, такие слезы наворачиваются на глазах, когда ты о них думаешь. У них ничего нет, им ничего не нужно. Они просто хотят жить спокойно. Они хотят иметь свой дом. Было очень больно ездить по этим селам, где видно, что люди жили богато. Черепицы на крышах, а не вот этот цинковый, от гробов цинковых крышах, даже получше. Или там торфом, или чем она там накрывается, такие черные в России, что я видел. Каменные дома такие добротные. Было очень тоже видеть такие вещи, что многие украинцы сажают цветы. Я этого не наблюдал. Я в основном думал, что в деревнях люди так устали, что им не до цветов. Они сажают там морковку, картошку, нужно все на выживание работать. И даже идет война, и у них ничего нет, они все равно сажают цветы. И перед домами такие клумбы цветов. Цветники. Они все равно цветники украшают. Украшают, да. Для меня вот это было таким культурным шоком. Солдаты. Они солдаты. У них плохой командир, значит плохо. Хороший командир, значит, у них все хорошо. И вот я а вот вы сказали, Гарри, я вас... Хороший командир. Извините. Вот сейчас я был в одной роте. Там был отличник. Да. Там был в одной роте под Белой церкви. И вот там хороший командир. Грамотный, образованный. В хорошей форме. И видно, как вокруг него они все сплачиваются, и они чуть что, они поворачиваются к нему, командиру, чтобы командир, они за ним, вот за ним они пойдут в огонь и в воду. Он ходит, и о них всех заботится.
и там еда была поставлена, там все было поставлено, потому что командир был хороший, лидер. А в другой роте я оказался, там, в одной, там был плохой командир. И я понимал, что как только он попадется в первом бою, они его грохнут. Сами же. Ой, они гай. Просто, ну, это был ужасный командир. И сразу, да, это война. И командиры должны это понимать и осознавать. Ты не можешь быть, тогда не быть командиром. Никто тебя командиром не заставляет быть. Ты не можешь быть насильным командиром. Уходи, дай кому-то другому командовать, у кого есть к этому расположение, который заботится, который любит. Да. Ну, смотрите, а может быть, я со своего такого обывательского уровня... Они не пойдут с тобой в бой. Мне со своего обывательского, что называется, кресла тяжело слышать, какие ваши прогнозы по поводу, где они его грохнут. Я не думаю, что в украинской армии это вообще в принципе возможно. Меня заинтересовало... Игорь, секундочку, Наталья, потому что у нас мало времени, Наталья, а вопросы решить мало. Наталья, это в любой армии есть, даже в нашей. Даже в нашей. Если ты это делаешь, и у тебя нет любви к солдату, ты не бережешь его жизнь, он не пойдет за тебя умирать. Лучше ты сам умрешь. Это жизнь. Ну, у всех у них дети, у всех у них семьи. Я тут склонна верить военному, что вещь. Называется, с опытом. А меня заинтересовало, вы сказали, они ненавидят власть. Какую власть они ненавидят? Вот эти вот простые ребята, хлопці, да, яких призвали в армию, або вони були там добровільно пішли в армию, я не знаю, с кем вы конкретно разговаривали, власть на местах, или они ненавидят вот конкретно президента, потому что... А кого они ненавидят? Ну, я в общем сказал, может быть, не ненавидят, но недовольны они властью, любой властью. Опять же, мне это, вообще, мне эти люди, они напоминают мне, когда я с израильтянами тоже так общался, такой все, мне очень напоминают израильтян. Они все время недовольны чем-то. Они все время в каком-то дискомфорте. Да, украинцы, это узнаю. В общем, это мы. В общем. Украинцы в общем. Кум жадный. И эти вообще дебилы. А власть у нас, ой, какая у нас. Это лучше не... И вот очень похоже на... Может быть, вы жили вместе очень долго и набрались друг у друга этого. Но они вот любят... Вот те вокруг меня, они любят меня, потому что я к ним приехал. Они любят командира, потому что он хороший, или не любят его. Они простые люди. И они видят, что... Но они не идиоты. Знаете, иногда люди думают, что если у тебя нет образования, или ты простой человек рабочий, то ты не умный. Нет, они как раз умные. Они просто честные. И когда их дурят, они это понимают. Они же не... Ну, собака понимает, когда ее дурят. Да, мой шарик. Она понимала все. И... они понимают это, поэтому они говорят, что нет, власть хреновая, а власть таки хреновая. Любая власть хреновая. Прошлая власть была хреновая, эта власть хреновая, и следующая власть тоже будет хреновая. Власть просто хреновая. Люди нормальные во власть не идут, а они нормальные люди. Все, понятно. Мне абсолютно теперь ясно. Теперь мне понятно. Гарри, возвращайся к таким геополитическим... Может быть, кто-то во власти, там, президент, может, кому-то и нравится. Или там, как его зовут, Ермак, может, ну, президента 80 с чем-то поддержит. Ну, в целом. Они как нормальные люди, власть не любят. Я тоже не люблю власть. Ну, ее нигде не любят. Гарри, говоря о том, что вот в Соединенные Штаты просят назвать Россию страной, спонсирующей терроризм. Вот у нас на эту тему много разговоров, конечно же, потому что мы так надеемся, что это событие, оно приближается к своему, скажем так, present perfect, да, к этому времени, когда все уже свершится. Скажите, а что тогда? Ну вот назовут Российскую Федерацию страной, которая спонсорирует терроризм. И что? Это запустит такой отчет на ликвидацию Путина? Есть какая-то связь между его будущим и этим? Я вам сразу скажу, что я считаю, что это и есть страна-террорист, а не только страна, которая спонсирует терроризм. Есть это вопрос вообще к международным юристам.
к дипломатам, потому что есть разные понятия. Есть понятие страна-террориста, страна-спонсирующий террорист. И в той, и в другом случае надо с ними разрывать дипломатические отношения. Но страна-террорист, мы против нее воевать, мы должны ее уничтожить, потому что она занимается терроризмом. А страна-спонсирующий терроризм, это та, которая, ну, спонсирует терроризм, да, допустим, как Иран. У нас спонсирует много террористов вокруг. Против них не обязательно идти войной, но дипломатические отношения мы с ними иметь не можем. Вот предлагается, как бы у нас в Конгрессе, есть некоторые конгрессмены, которые говорят, что надо объявить Россию страной, спонсирующей терроризм. Я думаю, что это тоже такая политическая выходка. Допустим, госпожа Пелоси сказала, что Госдеп обязан назвать Россию страной, спонсирующей терроризм. Это тоже хитрость своего рода, потому что Госдеп этого сделать не может. Это все равно, что вы должны объявить, что журналисты не имеют права говорить, они все врут. Знаете, они не могут. Госдеп, то есть Министерство иностранных дел, это их работа, иметь дипломатические отношения. Они всегда должны быть на стороне дипломатических отношений, что дипломатические отношения рвать не надо. А госпожа Пелоси им говорит, нет, назовите Россию страной, спонсирующей терроризм, вы Госдеп, как-то они против себя они не могут пойти. Поэтому это такая хитрость, она хочет показать, что она вот-вот, она прямо Россию сейчас разорвет, держите меня, сейчас будет море крови. А с другой стороны, она это предлагает тому, кто этого сделать не может, просто даже по своей этике не может это сделать. Ну, вот в Конгрессе это хотят сказать. Тоже здесь небольшая сложность. Вы знаете, Наталья, что я очень часто говорю, что с крокодилом договариваться нельзя. Ну, не договоритесь вы с крокодилом. Сколько вы с Россией не договоритесь, сколько лет, вы договориться с ним не можете. Это крокодил. И вы можете сидеть и разговаривать, что лучше кушать траву, что лучше кушать, значит, что-нибудь, грязь какую-нибудь, это полезно для тебя, для твоей шкуры, там, вы будете объяснять, и крокодил будет сидеть, да-да-да-да-да, а потом вас съест. В конце концов, он вас съест. Но вот в один день вы, Украину, говорите, надо бы Россию назвать страной, спонсирующей терроризм. И в этот же день вы подписываете с ними договор. Не напрямую. Вы не напрямую теперь договариваетесь с крокодилом, а через лягушек, пиявок, там разных. А потом этот крокодил, не пройдя 24 часов не прошло, в этот же день берет и кусает вас за ногу и откусывает вам ногу. Вы не можете запрашивать, чтобы объявить спонсирующий терроризм, и с другой стороны пытаться с ней о чем-то договориться, о чем-то цивилизованном. Это не работает так. Или мы тут, или мы там. Ну, или за красных, или за белых. Вот так вот люди не понимают, чего вы хотите. Ну, понятно. Это понятно. И все параллели тоже понятны и ясны. Скажите, а вот по поводу оружия, да, вы достаточно скептично настроены на то, что сможет сделать господин Байден там в то время, которое ему отведено, да, и народом Соединенных Штатов Америки, и Господом Богом, вот, скажем так, мягко говоря. А нам ведь нужны системы, которые могут стрелять на 300 километров, и ракеты, а их нам не дают пока. Ну, пока не дают, да? А вот скажите, пожалуйста, а вот когда, например, а почему их не дают? Вероятно, думают, что мы сразу же начнем бомбить Крым. Правильно ведь? А что, Соединенные Штаты Америки до сих пор не решили для себя, чей Крым? Что так боятся, чтобы мы на Крым не пошли? Ну, опять же, за Соединенные Штаты, за все я не могу говорить. Опять же, это Белый дом решает президент, его сейчас окружение, он болен сейчас, не думаю, что он вообще в чем-то участвует. Смотрите, Натали, я опять же, я небольшой эксперт, но, может быть, меня национальность моя заставляет это делать. А знаете, в Штутгарде во время трех совещаний, они после них выходили, говорим, даем все, мы сейчас перевернем небо и землю, все,
Да, они так больше думают, ни хрена они не дадут. Раз они говорят, значит, они не дадут. Теперь они вышли и говорят, нет, мы не дадим, который будет стрелять на 300 километров, HIMARS, заряды для HIMARS, все такое. Вот сейчас я думаю, это хорошо, что они так говорят. Лучше дадут или не дадут, не знаю. Но хотя бы они это говорят. Лучше, чем когда они говорят, дадим, а потом не дают. Говорят, что да, вы получите сейчас МИГи от Польши, а потом не дают. Или говорят, да, вы сейчас получите С-300 для прикрытия противовоздушной обороны. И не дают. А сейчас они говорят, нет, опять, это не значит, что они дадут или не дадут. Они говорят, это разговор. А вот дадут или не дадут, мы не знаем. А представляете, какой сюрприз у россиян будет, когда по ним шарахнет из 400 километров что-то. А потом украинцы скажут, нет, это не мы. Нас там нету. У нас нет такого оружия. А израильтяне это делают уже много лет. Да? Но мы не знаем, как это оказалось. Курики вы тут не в своем месте или еще что-то. Это хитрости военные. И я надеюсь, что они будут продолжаться. Поэтому я немножко вот на вас так и агрессивно реагирую, когда говорю, это только разговор, документ, но не на вас лично, потому что я как раз вас-то, мне нравится с вами. Я говорю, на вашего брата, на ваших сестер из вашей организации. Потому что они говорят, говорите тоже, на сарае тоже написано слово из трех букв, открыл, а там дрова, понимаете, обманули, написали, сказали одно, а там другое. Вот почему я так про Трампа, потому что ничего, что они пишут и говорят про него, реальности не имеет, значения не имеет, он же давно не президент. Но все равно они говорят. Я считаю, что во время войны это опасно. Вот сейчас это опасно. Если раньше это было не так, то сейчас это уже опасно. Это опасно говорить вещи, которые не бывают. Дадут они или не дадут, я не знаю. Крым, я думаю, что все прекрасно понимают в мире, что Крым ваш. Но боятся связываться с Путиным, боятся связываться с крокодилом. Я, опять же, это мое сугубо личное мнение. Как бы сказали, ну вот, все, после последнего Рамштайн сказали, что сейчас будут войска в Европе, сейчас будет танковая дивизия в Европе, сейчас мы обратно в Европу, в страны НАТО введем то, что было во время Холодной войны, те же уровни войск. Я думаю, что Путин посмотрел на это и сказал, вы койки в борделе передвигаете. И все. А вот если бы это оружие все дали Украине, а не в Европу, в натовские страны, и танковую дивизию, и хаймарсов, сколько угодно, и F-16, и F-15, и самолеты дальнобойные, и стратегические, и штурмовики, и все дали, все для того, чтобы Украина сейчас могла окружить и разбить российскую армию на следующий день, вот тогда бы, я думаю, Россия задумалась, и Путин задумался, и его окружение бы задумалось, и сказали, ну все. Он довел всех до палочки. Это уже серьезно. Надо что-то делать. А пока что это вот, они, как у нас говорят у военных, пока что они танцуют со своей рукой у него на жопе, но дальше поцеловать никак не могут. Не хватает этой смелости девушку поцеловать. Поэтому он это, я думаю, его окружение воспринимает пока что они нас боятся. Они нас еще боятся, поэтому они дают по чайной ложечке, чтобы просто остановить наше наступление. И чтобы их народ видел, что они что-то делают. Потому что народ все-таки у нас пока что мы в демократическом мире живем. Наш народ имеет голос, имеет право. И что мы, чего я так вижу, как поросенок из-за этого. Потому что я пока что имею право на это. И я думаю, что вот если бы опять мы это сделали, я думаю, Россия бы никогда бы этого не сделала. Слабое лидерство в Соединенных Штатах Америки в первую очередь, все равняются на нее, ну и в Европе тоже. Они этого хорошо, тоже. Гарри, а поэтому, я вам задам вопрос, который поэтому я надеюсь, что все-таки дадут. Поэтому я все-таки надеюсь, что дадут. Все, напоследок. Но, опять вот же, вы говорите, хочу, чтобы все время держали в голове. Я хочу, чтобы все просто держали в голове. Что каждый день, что это оружие не поступает в Украину, гибнут дети, гибнет гражданское население. Каждый, да, день, каждый час, гинет, пока мы болтаем. Каждый день Кременчук. Мы это знаем. Вы говорите слабое лидерство, говоря о Соединенных Штатах Америки. Это вот сейчас будет последний вопрос.
А по поводу России, Российской Федерации и ее лидера, да, вот вы прекрасно видели картины последних дней, да, когда были совершены два визита, один поехал, в общем, по тем же странам проехали практически, да, разве что Путин в Израиль не заехал, а так, ну, ту же землю обхаживали. Вот. И что вы скажете, вот, какая сейчас расстановка сил? Вот по состоянию на сейчас Соединенные Штаты и Россия. Вот по результату даже вот этих вот визитов на Ближний Восток. В каком, что вы имеете в виду расстановка сил? Я, я имею в виду, кто кого обыгрывает. Вот я знаю, что Пелоси, та же, о которой мы уже говорили, собралась на Тайване. Она собралась на Тайване, Китай говорит, ой, боимся, может не долететь она до Тайваня, дескать. Если что-то, мы применим военную силу. Знаете, да? Знаете, как Китай на Цирло встал? Да. Вот. Поэтому у меня вопрос, в общем-то. Я так понимаю, что Украина Украина, и Украина воюет, и кровь тут льется реками. Но что-то эти товарищи решают в глобальном таком плане? Что-то они делят на глобальном уровне? Вы знаете, Наталья, меня брали вооруженные силы по здоровью, а вы от меня требуете сумного. Это нечестно. Я знаю, что я выгляжу как будто я. Это такая глобальная политика. Я знаю только одно, что какая вам разница? Вам все равно надо эту мразь давить и гнать. Давить и гнать с вашей земли. Что они там себе думают? Как они, какая у них расстановка там у Байдена, у Путина, у Трампа? На сегодняшний день для вас это... Да, хорошо бы влезть в их головы и понять, что они там пытаются сделать, или их окружение. Но это, я думаю, невозможно сделать. Я думаю, ну, понимаете, что... Гарри, мы же о чем думаем? Я, у нас же уже все геополитика, Гарри. Можно я вот... Почему я вам задала этот вопрос? Потому что мы все тут уже сидя там в креслах, на диванах, на фронте, везде мы уже большие геополитики. Поэтому мы думаем, вот сейчас Пелоси полетит в Тайвань, сейчас Китай как разозлится. Да сейчас как возлюбит ближнюю свою, как самую себя, что называется, Российскую Федерацию, а нам потом отгребать, понимаете? А мы потом за это все будем воевать, если вдруг Китай еще что-нибудь там подбросит РФ, понимаете? Поэтому мы тут, что называется, сидим как на пороховой бочке и не сильно об этом обо всем думаем. Ну, я вам скажу так, что я опять же говорю как солдат, вам все равно их давить и гнать. А, и помните, у меня когда-то у вас на программе был спор с одной из ваших политиков, которая сказала, мы все равно будем воевать. Даст нам Америка оружие, не даст нам Америка оружие. Я сказал тогда, подождите, с американским оружием воевать намного лучше, чем без американского оружия. Вы-то лично не пойдете на фронт. А вот солдатам нужно это оружие. Поэтому с американским оружием воевать лучше. Поэтому, что вот эти политики себе никогда не пойму. Я знаю только то, что у вас другого выхода нет. Вам надо гнать и воевать. Чтобы это вам сделать лучше, быстрее и меньше пролить крови, моя страна должна вам дать инструмент, необходимый для этого инструмент. Она дает его, в моем понятии, чрезвычайно медленно и чрезвычайно мало. Причин миллион. Я в них, наверное, во все там даже не могу догадаться, какие никто из нас не может. Там это бюрократия, это тоже там коррупция, много каких вещей может там еще быть. Политические какие-то. Вам дать. Я вам скажу, что я не китаист. Но я, насколько я понимаю, Китай – это страна, которая не лезет на рожон. Они очень такие уравновешенные. Они ждут, пока мы сами себе могилу выкопаем. И тогда они уже нас закопают. А так они не думают. Я не думаю. Я знаю одну женщину, которая прекрасный китаист. Я ее рекомендую всем, у кого я говорю. Я у нее взял интервью, но я не профессионал, Натали. Я могу провести, наверное, там 50-минутный допрос. И все. Дальше меня не хватает. Каждый должен заниматься своим делом. Знаете, каждый должен заниматься. Она китаистка. Ее зовут Ольга Рапопорт. Она живет в Тайване, она профессор в университете в тайванском, о Китае. У нее муж китаец, дети китайцы, она китайка. И она вот мне рассказывала, что нет, Китай это стратегический партнер Украины, они против России. Просто они это делают по-китайски, а мы этого не понимаем.
потому что мы не китайцы, у них своя. И вот она мне объясняла это, но я не совсем понял все. Я понял, что это очень умно и правильно, но вот пересказать этого не могу. У вас на YouTube хватает есть языка. У меня есть это на YouTube. Но она сказала одну очень ужасную вещь, за что ее никто не пригласит, я думаю, больше. Она сразу себя погубила. Okay. Вот. Она сказала, что если бы был Трамп, то войны бы не было. Все. Салям алейкум. Понятно. Я вам сброшу ее контакт, если я посмотрю обязательно. Вы можете про нее прочитать, вы можете у меня на это он Таргет с капитаном Табак, Ольга Рапопорт. Ольга Рапопорт. Я уже записала. И она профессор. Она, ну, с ней должен, у нее хорошо бы, если бы у нее вот интервью взял профессионал, как вы, или человек, который умеет это делать. Я же не умею это делать. Но я считаю, что вот она про Китай, про Тайвань, про Россию и Украину, она вот это может сложить все в одну пазл. И тогда картина становится более ясной. Все, спасибо большое. И в том числе за ваше время, Гарри, спасибо, потому что вам, оно поджимает. Мне сказали, что у вас там следующая встреча или скайп, или что-то такое должно быть. Да. Я очень надеюсь, что у нас начнутся все-таки эфиры, и я смогу вас увидеть уже живьем. Будем тренировать тогда украинский язык с вами, и будем говорить украинскую. Я беруся все-таки вас научить. Добре, добре. Добре, це польською все ж таки, але ви вже наближаєтеся, вже наближаєтеся. Добренько, все тоді. Спасибі, Гаррі. До побачення. До побачення. Наживо вже сподіваюся. Слава Україні. Героям слава. Друзі, Гаррі Табах. Ну, тут він правий, що називається. Знаєте, що він вміє допитувати, і 50-хвилинний допит у нього вийшов блискучий. От, але те, що ми почули, мені було дуже потрібно і дізнатися про те, чи справді у республіканців є така, що називається, чи справді вони вірять в те, що говорить одна із них. От скажу дуже так, оптично, те, що не зрозумів на початку, це слово Гаррі Табах. Ну і мені дуже було важливо почути от очима Гаррі Табаха, що відбувається зараз на фронті, в тих місцях, які наближені до фронту, серед тих військових, які воюють або готуються воювати. Це теж один з таких, одне з міркувань очевидців. Дивіться, будь ласка, це відео, підписуйтеся на мій канал. Але я вас дуже прошу, я знаю, що ми зараз знову, що називається, у нас піднімається температура в суспільстві. Я дуже прошу вас, не будьте категоричними, хоча б ви, мій глядач, не будьте категоричними, слухайте інші думки, порівнюйте, аналізуйте, майте критичне мислення. Я закликаю вас до співдумання. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал і ставте дзвіночки. Я вже казала, будемо працювати цього тижня активно. Відео буде виходити майже щодня. Бережіть себе і Україну.